Место жилья – руины и пепелища. В Назарове прямо в частном секторе взорвался бытовой газ. Громыхнуло так, рассказывают жители, что в домах в округе задрожали окна и двери. Почти сразу же после хлопка люди заметили на соседнем участке языки пламени и тут же вызвали пожарных. С огнем они пытались справиться долгих 3 часа. А как только потушили загоревшийся коттедж, обнаружили тело молодого мужчины. Вот что рассказывают очевидцы. Ну, а кино тут хорошо, взрыв, как, даже окна задрожали, как, вроде как дом соскокнул. Ну, сразу вышли на улицу, побежали. А дым видали, сын у меня через дорогу видал, что там огонь засветился. Пожарные приехали, ну, после этого взрыва, наверное, минут буквально через 5, может, чуть побольше там. Ну, очень быстро, но поскольку все это взорвалось, и вот после взрыва сразу он загорелся полностью, весь там, по сути, тушить было им уже нечего. Они приехали, он уже был весь в огне, там было непонятно вообще, сколько там этажей в этом доме, потому что пожарные тут... Как только тушить начали, уже пришли, мы разговаривали, что сколько этажей, какая крыша, где там окна, двери. Что ж, там было непонятно уже вообще ничего. Судя по этим кадрам, от дома ничего не осталось, кроме каменной печки. По предварительной версии, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. А вот когда произошел взрыв, до или после, сейчас выясняют дознаватели. Металлические осколки баллона отправили на экспертизу. Погибший хозяин не проживал в этом месте постоянно, но периодически приезжал. Соседние строения не пострадали. В эту ночь не было ветра. Кроме того, спасатели пролили водой все вокруг. Теперь специалисты выясняют, что и как случилось.